дальше. Деревни приехали. Угу. Реально деревня, да? Ну, в смысле, это же... Я видно, читала, да? Уже сегодня, да. Какая она? Только по субботам экскурсия. Угу. 9-30 божественная литургия. 9:30 или 9:30. А, 9:30, 15, то есть. 10 вторник. Сегодня ничего нет. Солнышко немножко не хватает. Да, не говорю. Да, он можно во двор проходить, смотреть, да? Да. Маленькая такая, да, часовня? Ага, совсем маленькая. Пахнет дерево. Сани, вот смотри, какие. Сани, да. Я помню, вот такие были, из таких штук поросят кормили. Да. Вот. Но они это на колесах, как будто бы здесь. Нет, но это не колеса. Ну это да, это вот скорее сани, всего. Сани, интересно. Да, я уже через забор посмотрела с таким этим. Он ходил. Заборчик такой. Что, сегодня солнышко обещали?
Трапезная закрыта. Ну, ладно. Нужно будет ходить, узнать, когда она откроет. Ты хочешь трапезную? Или трапезная? Я всегда хочу трапезную. Я не удивлена. Кажется, дождь начинается. Камера висит, смотри. Да. За кем там наблюдает? Непонятно. Так, а вот туда мы зайдем. Пойдем сейчас. Колокольня. Ну тут не поймешь, что написано. 1670 год, Лен. Да, вот я. Нижний Устюг. Вологодской губернии. Воссоздана по плану реконструкции академика В.В. Суслова. А, воссозданная по плану. То есть, ну, как бы.